Муфтият продолжает оказывать помощь медучреждениям республики. На этот раз религиозные деятели посетили центральную больницу Тляратинского района. Они передали врачам кислородный концентратор и медикаменты, необходимые для лечения больных пневмонией, на общую сумму более 250 тысяч рублей. Искренне благодарим вас от всего коллектива больницы и жителей нашего района за предоставленные вами лекарства. И за кислородный концентратор также выражаем большую благодарность. Вы протянули руку помощи нашим больным в самое необходимое время.